Доброе утро, друзья и дети старше 16 лет. Вы слушаете программу «Урнет сегодня» от 8 октября 2012 года. Мы звучим на 99,6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Как обычно, обсуждаем главные события недели в области виртуального, цифрового пространства более широко, социальных сетей, интернет-бизнеса и всего того, что связано с вышепечисленными понятиями и их значениями. Меня зовут Максим Спиридонов, и, как обычно, в этой студии находятся гости выпуска, которые будут вместе со мной комментировать события ушедшей недели а, с позиции игроков рынка. Традиционно это эксперты, а, топ-менеджеры, руководители подразделений крупных компаний. Сегодняшние гости — это Мария Косенкова, сооснователь и руководитель проекта Startup Women. Мария, приветствую. Добрый день. И Владимир Габриэльян, вице-президент, технический директор компании Mail.ru Group. Приветствую, Владимир. Добрый день. Значит... Традиционно, коллеги, как для вас, так и для наших слушателей оглашу весь список, что называется, новостей главных, о которых мы поговорим сегодня. Традиционно это три новости, которые мы выбрали для подробного обсуждения. Первая из них следующая. Один из заметных игроков купонного рынка Рунета может быть признан банкротом в самое ближайшее время. Ну и как следствие поговорим о том, что же это значит для всего рынка купонного, какие тенденции вы на нем наблюдаете и что думаете насчет вообще. Также послушаем мнения слушателей, подключив их через Твиттер. Крупнейшая интернет-площадка по поиску удаленной работы неожиданно и радикально ужесточила правила своей э, деятельности. Э, это фриланс.ру, как многие знают, и э, довольно громко это обсуждалось в сети, в интернете, э, среди специалистов. И вот мы сейчас это выплеснем немножко на э, головы и людей, ни в чем не виноватых. Ну, расскажем о том, что такое общий рынок удаленной работы и как следствие, что там происходит. Ну и главная новость недели, на наш взгляд, это то, что Яндекс представил собственный браузер. Ну и плюс к этому еще обсудим, конечно, то, что появилась альфа-версия, пока что альфа-версия, браузер от Mail.ru. Тем более, что у нас есть человек, который может непосредственно прокомментировать события, Владимир Габриолян, технический директор компании. Вот, пожалуй, это все, что касается главных вещей, а сейчас экспресс-обсуждение. финам FM. Рунет сегодня. Как обычно, здесь мы в первом блоке программы поговорим о событиях важных, однако, ну, так сказать, не вошедших в такие глобальные разборки. Первое, напоследок, визит Цукерберга в Москву. Он встречался с Медведевым, министром связи Никифором, со студентами МГУ. В общем, насыщенная программа. Появился на каналах федерального телевидения. На ваш взгляд, Мария, что же здесь делал Цукерберг? На самом деле, да, неделя вообще в принципе была насыщенная, поэтому нам есть что прокомментировать сегодня. Что касается Цукерберга, мое мнение я не согласна с теми доводами, что Цукерберг приехал хантить российских программистов, потому что все мы прекрасно знаем, что в том числе и значительное количество российских разработчиков-программистов уже работает в команде Facebook. Здесь активно работает российское представительство, поэтому основная. Наверное. Еще, что нужно уже украдено. Ну, в принципе, по крайней мере в этом не было проблемы до приезда Марка лично сюда, на мой взгляд. А, в принципе, это такая история евангелизма. Я бы назвала это так, да, когда основатель проекта приезжает а, в страну, а, где, в принципе, есть потенциал для Себя развития показать его и людей посмотреть. В принципе, да, для Владимир. развития его сервиса. А, Владимир, твое мнение? Ну, для меня на самом деле большой секрет, зачем Цукерберг приезжал в Москву, большой но дежурный маленькой. Дежурной шуткой является то, что Цукерберг приезжал посмотреть а, на страну, где Facebook не номер один и не номер два. Да. А, может быть, хотел проверить, есть ли здесь люди, есть ли здесь интернет. Ну, как мы шутили за эфиром, э, проверял в разных точках Москвы скорость спид-тестом и удивлялся. Именно. Окей. Okay. Ну, кстати говоря, довольно активно работала служба пиар э, Фейсбука. Э, Напомню, что по федеральному каналу до его приезда прошел фильм «Социальная сеть». Хочешь, не хочешь, там, конечно, не очень приятно представлен, но все-таки это пиар Фейсбука. Прошел фильм документальный про самого Марка, довольно, в принципе, симпатичный и хорошо его представляющий. Ну и участие в шоу на филиальных каналах, весь этот шум вокруг, встреча с правительственными чиновниками. Даже до нас долетело, и там со нами связались пиар-службы, и я делал специальное интервью для моей колонки Forbes с Скоробогатовой, к сожалению, с Рейнен Цукербергом, а с Рейнен Скоробогатовой, представителем Facebook в России. Вот, поедем дальше. Роскомнадзор собирается привлечь сторонних стороннюю организацию к ведению реестра запрещенных сайтов. Какую пока неизвестно. Ранее появлялась информация, что реестром будет заниматься само ведомство. Это всех сильно напрягло. Вот а то, что все-таки будет некая другая организация. Как тебе, Владимир? Ну, мне кажется, что все-таки техническая работа, а здесь именно речь идет о технической работе, должны заниматься компетентные люди, профессионалы. Не так важно, в какой организации они будут находиться непосредственно в русском надзоре или это будет какая-то третья страна. Но мое пожелание очень простое. То, чтобы эту работу делали люди, которые знают, как устроен интернет, мне кажется, учитывая а, а, то, что закон позволяет сделать и то, что требуется от этой организации. Это довольно принципиальный момент. Ну угу. а ты веришь в то, что в Роскомнадзоре такие люди появятся? Или есть? Я верю в то, что если будет желание, эти люди могут появиться. Понятно, Мария, коротко совсем, твое мнение? Ну я, наверное, соглашусь. Важно, чтобы действительно этим вопросом занимались профессионалы. Поэтому здесь будем надеяться, что такие люди найдутся. Ну хорошо, идем дальше. Значит, президент России обратился к насовещанию к руководителям органов безопасности с призывом создать барьер пропаганде, экстремизма и нетерпимости в интернете. Вот такие заявления господина Путина вас не пугают? Вас, например, в Mailru, Владимир. Ну, нас они не пугают. Немножко удивляет то, что очень часто разделяется интернет и остальная страна в целом. Мне бы хотелось, чтобы все-таки было понимание, что интернет это репрезентативная выборка по нашей стране, поэтому если с чем-то где-то надо бороться, то это нужно делать по всей стране в целом, а не в конкретном интернете. Некоторым людям кажется, что заявления подобные главы правительства, главы, пардон, страны, не правительства, теперь уже Владимир Путин снова стал на свою законную должность, они симптоматичны и могут означать какие-то дальнейшие серьезные шаги со стороны уже силовых ведомств иных организаций? Не находите, Мария? Возможно, да. Как мы обсуждали за эфиром, действительно есть какое-то понимание, что что-то нужно делать, да? но еще нет понимания того, что именно. Поэтому всяческие меры начинают место быть сейчас связаны с интернетом, так или иначе. Поэтому вот здесь вопрос. Ну, Ты Не боишься рассказать. того, что сейчас начнут устраивать китайский э, интернет в Рунате? Ну, э, надеюсь, что этого не будет. Э, но опять же, по посмотрим. Хорошо. YouTube представил властям Турции больший контроль над контентом. Там они вывели на отдельный домен. И, а прежде, кстати говоря, YouTube там был закрыт, по-моему, несколько, несколько лет даже. И вот они договорились. Некий прецедент случился, когда Google пошел на попятный и сказал: "Хорошо, вот мы будем делать ровно то, что вы скажете. Мы поставим YouTube в вашей доменной зоне, там в зоне, э, если не ошибаюсь, com.tr э, турецкой. Мы будем снимать по решению суда турецкого ментальные ролики. То есть они вот, включились в те правила игры локальные. Это означает, что будет так и дальше с Google и другими игроками, Владимир? Мне кажется, скорее да, все-таки существуют более специфические страны со своей культурой, со своей, так скажем, ну, можно сказать, даже религиозной составляющей. И хочешь не хочешь, нужно уважать правила того дома, в который ты пришел. Кстати, что интересно, а то, что... Турция наименее религиозна из стран исламского мира. Одна из ну, самых Я таких думаю, р... это и было спокойных. причиной того, что они быстро договорились. При этом YouTube работает в, например, боюсь сказать, Иране, Сирии, ну и других. Ну ладно, пойдем дальше. Facebook преодолел отметку в миллиард пользователей. Мария, как вам такое обстоятельство? Прекрасно. Я думаю, что эти вещи, опять же таки, связаны. Приезд марка, миллиард пользователей. И, опять же, считаю, что Россия одна из стран, за счет которых Facebook может вырасти там, еще на миллиард, ну условно, в ближайшее время. Ты хотела бы, чтобы Facebook, как и в других странах, в большинстве других стран мира, стал первым рунете ну все к этому идет. Здесь вопрос, опять же, есть статистика, да, когда за последние, не знаю, но по статистике последние... на сегодня вконтакте опережает фейсбук раз в восемь. Да, но регионы начинают подключаться к фейсбуку, хотя там, года два назад такой динамики не было совсем. То есть это зависит от проникновения интернета, на мой взгляд, а, так как он проникновение интернета в России сейчас там порядка 50%, наверное, да, М может чуть больше. Поэтому почему нет? Ну, в общем, Facebook, то зрения, он как бы э, будет развиваться за счет России активно. Я Владимир, думаю, что да. А ты что думаешь? У тебя в портфеле одноклассники, которые опережают Facebook и ВКонтакте вы частью владеете? Ну, ну мне кажется, то, что э, российские социальные сети растут быстрее, чем Facebook на этом рынке, соответственно, это факт. я не вижу того, что происходит, вот именно перетекание аудитории туда. Хотя определенная там гиковская составляющая в Фейсбуке, конечно, присутствует. Ты сам ведешь аккаунт в Фейсбуке? Uh, у меня есть аккаунты во всех социальных сетях, в том числе и в Фейсбуке, это как бы часть моей работы. Uh, ну, последнее самое, перед тем, как перейти к основным обсуждениям, пожалуй, такое. Mail.ru Group ведет переговоры с акционерами ВКонтакте о выкупе части их акций. Я знаю, что они не будет это комментировать, мы договорились. Мария, как ты думаешь, Uh, Mail.ru действительно может выкупить часть ВКонтакте, учитывая все те скандалы, которые были прежде Когда было прямое противостояние Павла Дурова и uh, топ-менеджеров Mail.ru групп um, Сложно, опять же, так говорить, так как, по-моему, комментариев в сети не было ни от Mail.ru, ни от uh, самого Дурова Поэтому, в принципе... Дуров откомментировал, откомментировал. Это следующим образом, это бред, ну, как-то так он ну, что это неправда, да, что какая-то да. история uh, здесь... А он может и не знать Здесь сложно говорить с точки зрения e mailru как бы, это понятный шаг, а, там, занять а, опять же лидирующие позиции а, за счет а, этих 200 сетей. В случае, а если а... Мэвру доведет свой пакет до контрольного, а... позиция авторитарного руководителя Павла Дурова пошатнется сильно. Это, возможно, сильно изменит политику сети в целом. Мы должны это понимать. Но это все, что можно сказать по этому поводу сейчас, поскольку это, разумеется, слухи. Мы, пожалуй, закончим с обсуждениями в экспресс-режиме. Через минуту обсудим положение вещей вокруг одного крупного купонного сервиса и перспективу купонных сайтов в целом. Между тем мы продолжаем погружаться в глубины виртуальности, если можно так выразиться, и рассказывать о главных событиях э, в интернете, в цифровой среде за э, дни ушедшей недели. Напомню, что меня зовут Максим Спредонов. вы слушаете Финам FM на 99.6 в Москве, программа «Рунет сегодня». Также вы можете оказаться на финам.фм онлайн, тогда ваше местоположение не определить нам если не воспользоваться э, помощью каких-нибудь специальных устройств. Мы таковых не имеем и такой задачи, собственно, перед собой не ставим. Также напомню о том, что нас может слушать в подкасте после прямого эфира, в котором мы сейчас находимся. Программа выкладывается на сайт finam.fm, либо оказывается в iTunes, где можно нас найти по сюрприз-словосочетанию «Рунет сегодня». Э, напомню, что в студии находятся мои коллеги Мария Косенкова, сооснователь и руководитель проекта Startup Woman, и Владимир Габриалян. Вице-президент технический директор компании Mail.ru Group. Как многие помнят, появление модели купонных сайтов на рынке вызвало э, ажиотаж. Как среди инвесторов и предпринимателей, которые увидели, как казалось им, блистательную и прибыльную бизнес-модель, так и среди конечных клиентов, покупателей. Ну, по крайней мере, множество было этого вовлечено. Последние полтора года настроения все больше и больше смещаются к скепсису. Вот вы не находите это так, коллеги? Владимир. Ну, я скорее соглашусь, то есть я не понимаю причины, по которой вот рассвет, так скажем, купонных сервисов так резко перешел в их закат. Ну, причина там понятно это то, что качество услуг часто не соответствует описываемому. Но то, что они как бы сейчас не находятся в лучшей форме, это факт, с которым сложно спорить. И там, тому пример. Мария. Ты ну, что думаешь? Э, собственно, да. Мы просто вот как раз тоже за эфиром э, общались, знает ли кто-нибудь, пользовался ли сервисом Big э, Хотя, в принципе, он входит в пятерку э, крупнейших российских, по крайней мере, сервисов. Пользовался кто-нибудь из да, нас? Из, да. Ага. Поэтому, ну, как оказалось, нет, но... У нас стопроцентно не явка на «Биг Базе, да, но да, мы да. не репрезентативны, кстати. Потому что этим пользуются люди, ну, вот, которые менее находятся погруженные в среду, в интернет-среду. И ну, просто видит, что вот есть предложение в кинотеатре Кино. Да, по прекрасной цене. Пойти, да, есть там а, массаж какой-нибудь или поход боулинга идут. Ладно, послушаем о событии, которые разбудражала Рунет на прошлой неделе. Рунет сегодня. Купонный сервис Биг Бази просит признать себя банкротом. Соответствующий иск подан в Высший арбитражный суд России от имени одноименной компании, владеющей ресурсом. В то же самое время сайт сервиса и служба поддержки работают в штатном режиме. Пресс служба компании факт возможного банкротства пока никак не прокомментировала. Странное дело. При этом они находятся на сайте соответствующим с указанным подным заявлением. Напомню, что суть работы купонного сервиса заключается в том, что он договаривается с различными заведениями о представлении скидок на услуги и товары со своей стороны, гарантируя им привести определенное число клиентов. Затем на своем сайте сервис предоставляет возможность пользователям купить скидку на предлагаемый товар или услугу, ну и, собственно, происходит или не происходит та самая сделка. Насколько симптоматичным для вас э, кажется вот это происходящее с Биг для всей индустрии? Э, подобных купонных сайтов, а может быть вообще для электронной коммерции в Рунете. Владимир. Ну, мне кажется, что на самом деле помимо проблемы качества услуг, о которой ты упомянул, существует еще и проблема того, что а, скидки предоставляемых сайт, предоставляемые на подобных сайтах, они довольно велики. И для конкретного а, поставщика этих услуг это очень странный бизнес. То есть а, я, не, я не очень хорошо себе представляю, каким образом можно а, имея такие скидки на постоянной основе, вести бизнес. И, возможно, это является одной из причин того, что происходит, потому что, если ты каждый раз продаешь свою услугу в ноль или около того, то каждый день работать в ноль ты не можешь. Ну, смотри, там разные игроки, то есть они выигрывают, э, вроде бы как в модели, по крайней мере, эти сайты купонные выигрывают за счет того, что они работают с разными заведениями, каждый из которых таким образом проводит, по сути дела, промо-акцию. Продавая оптом большое количество своих услуг, да, уходя, может быть, даже немножко в минус или срабатывая в ноль, но получая число клиентов, которым можно потом, что называется, апсейлить, то есть можно потом их возвращать. Такая вот из того, что я видел на э, купонных сайтах, э, список поставщиков услуг, он довольно постоянный. И мне кажется, вот это является причиной такого некого упадка э, этого сегмента, потому что э, часть компаний, очевидно, решила, что это такой нормальный бизнес, то есть акции каждый день. Соответственно, это же ведет и к потере качества, и это же ведет и к потере ну, рентабельности компании-поставщика услуг. Ну, я бы так сказал, что при прочих равных, наверное, купонные сервисы стремятся число этих заведений резко увеличить, но оно, конечно, конечно. конечно. И каждое из этих заведений, отработав по модели, ну, для себя понимает как промо-акции, не может повторять их бесконечно. Верно, Мария? Да, конечно. И опять же, что касается Биг Бази, они, по-моему, как раз стали известны по поводу вот этой акции по предзаказам iPhone 4S, насколько ну, я помню. Когда... сразу, да, не слава богу да. все было. И когда там значительно, по-моему, они там хотели чуть ли не за 20 тысяч рублей продавать эти айфоны, в итоге огромное количество пользователей не получили в итоге заказанного товара. То есть вот это, по-моему, около года назад была эта история, поэтому уже негативная волна началась уже тогда. Ну да, по подсчетам газеты «Коммерсант Деньги», сервис тогда получил от одной акции около 170 миллионов рублей. И я не знаю подробностей и боюсь, как-то сказать, некорректно, чтобы нарушить как бы, те или иные интересы в этой истории, потому что какая-то была очень невнятная. Но Якобы, действительно, они э, некрасиво себя повели, смошенничали. То есть они пообещали айфоны, не привезли их вовремя или привезли их не по той цене. В общем, дело ясное, что дело темное. Но э, с самого чуть ли не начала у них пошли проблемы. Но вот что главное, на мой взгляд, э, и интересное. Э, проблемы в бигбазе. Означают ли проблемы вообще для купонного рынка? Означает ли, что сегодня друг за другом поскладываются... Так или иначе, другие крупные игроки, как вы считаете? Есть Биглион, есть выгода, есть групп. Он в конце концов раша. Я не думаю, что это приведет именно к схлопыванию всего сегмента, но мне кажется, что это такой звоночек для игроков рынка о том, что следует э, как-то чуть-чуть видоизменить модель э, как с целью э, увеличения, качества, улучшения качества услуг, так и с целью, видимо, привлечения новых, э, так скажем, э, рекламодателей. Мария. Mm -hmm. Ну, я соглашусь, опять же, это вопрос там, э, культуры самого предпринимательства, как мне кажется, то есть э, не выполнять там, данные пользователям обязательства, да, то есть здесь вот э, э, наткнулся на это биг базе с невыполнениями обязательств, то есть если в принципе компания крупный игрок на рынке и она будет следить э, за сказанными словами, то, наверное, такого не произойдет. Uh -huh. То есть здесь важно доверие пользователей, как я считаю. Ну, здесь, конечно, бы нам еще экспертизу получить на тему того, как там эта модель просто с точки зрения финансовой существует. Потому что, как э, многие знают, э, купонные сервисы сейчас называют пирамидами в последнее время. То есть э, то, что они финансируют э, будущие акции за счет прошедших. И там, в общем, такая история, если те акции идут друг за друга друг за другом лавинообразно, э, то все хорошо. Когда там какая-то возникает э, проблема, я. Боюсь, переврать, поскольку не погрузился в это глубоко, то э, обрубается, и получается, что возникают невыплаты. От этого, как правило, не страдают э, конечные пользователи. Ну, хотя, бы, если пострадают, то не сильно могут пострадать. Там они купили купон, пришли, а им скидку не дают. Ну, там неприятно, чрезвычайно, ты теряешь э, какие-то деньги, но зачастую небольшие относительно. А вот заведения попадают на большие гораздо деньги. И вот по данным на сейчас. «В Биг Базе подано порядка 20 исков, часть из которых арбитражным судом уже удовлетворена. Общая задолженность составляет 12 миллионов рублей, но думаю, что на самом деле часть исков еще не подана. И более того, сайт Royru сообщает, что сосылка на некую бывшую сотрудницу сервиса, что не проверено, однако, вот звучит, что Биг Базе уволил половину менеджеров, переехал в новый офис, отключил старые номера телефонов и продолжил свою деятельность. При этом, так и не выплачивая зарплату, не уволен сотрудникам не оставшимся. такие бизнес по-русски. Ну да, с одной стороны, вот э, прочитав это э, Нароем, я, э, так сказать, поразился удивительной наглости, с которой ведутся дела. С другой стороны, э, отдал должное предпринимательской такой вот закалки. То есть люди бьются насмерть. Врагу не сдается наш гордый варяг. <laughs> сменили телефоны, э, сменили штат, э, там говорят жуткая текучка. Говорят снова-таки, да, То есть мы обсуждаем слухи. Ну, мне кажется, это не пример предпринимательской доблости, и более того, ну, как бы рынок таких вещей не прощает. Особенно что касается работы с персоналом, тут нужно быть очень аккуратным и всегда до конца исполнять свои обязательства. Мне кажется, подобная история, ну, практически стопроцентно станет для бигбази фатальной. Если история про невыплату зарплат, это правда, то Нет, доблесть, я бы не дал за них лопать. Доблести тут ша. не пахнет, пожалуй, но вот есть некая такая человеческая волевая установка, которая, ну, по крайней мере, вызывает некоторые. Если не уважение, то удивление. Обратимся к Твиттеру. В Твиттере Максим Спиридонов, в моем личном аккаунте, который используется во время проведения программы в служебных целях, мы задали вопрос, который звучал следующим образом. Как вы считаете, что будет происходить в ближайшие месяцы с купонными средствами в Рунете? И вот получили такие ответы. Если они будут работать по-честному, все будет хорошо. Если нет, то придется бойкотировать. Кстати, вот это такая интересная инициатива от пользователей по поводу бойкотирования. Я не видел, что пользователь как-то как вот есть обманутые дольщики, да, они там собираются, консолидируются, вот так, чтобы обманутые пользователи купонных сервисов консолидировались. Ну, потери не так велики, конечно. Значит, э, другой ответ. Либо они будут придумывать новые ходы, либо загнуться. я об этом поговорим, о том, что бы мог, могло быть новыми ходами, вот для меня не очевидно. Купоны скидки будут раздаваться бесплатно, а сервисы заключают контракты с организациями на обналичивание процентов с продаж. Вот такая вот версия бизнес-модели. То есть купоны скидки бесплатно, а средства заключают контракты с организациями на обналичивание процентов с продаж. То есть они выступят как практически э, агенты и э, будут получать свои комиссионные. Классическая партнерская схема. Ну, бог его знает, быть может. Э, еще ответ: спад, так как компании наелись уже купонов. Это, кстати, интересно. Вот, э, я думаю, что нет таких полноценных исследований по Москве, но вот для многих малых городов, относительно малых, там полмиллиона человек, скажем, ну, типа Барнаул, например, такой. Развитый город, достаточно интернетизированный, Uh, сам там не раз был и ну там очень ограниченное количество организаций ну там вот там 50 ну 100 организаций могут дать и скидки они дали по разу и что дальше делать а скидки нужно постоянно предлагать далее значит uh, ответ половина отвалится другая половина консолидируется такое предположение поведения купонных сервисов ну да пожалуй в принципе любой рынок стремится к укрупнению и в итоге все это может слиться там скажем группон россии и еще какой-нибудь там крупный игрок uh, ну и такой ответ. Надеюсь, они умрут или обретут статус, какой у них в Америке. А какой у них в Америке статус, кстати, вы не знаете? Нет? Забавно. Люблю, когда гости мотают головой в студии, потому что приходится докомментировать. Владимир Габулян мотает головой, нет, не знает как На самом деле, я вот не очень понимаю, что статус. Как бы они существуют в Америке, они существуют в других странах. То есть, это купонные сервисы это не какая-то уникальная российская вещь. Другое дело, что более того, это а, вообще не уникальная да. вещь. Она, она пришла из э, Западной Европы и Америки. А Другое дело то, что, ну, считается, что качество э, того сервиса, который они предоставляют, и качество э, сервиса, который получают пользователи в нашей стране, оно, ну, как бы по разным причинам, оно, ну, более низкого качества, чем э, за рубежом. Ну хорошо. Uh, в общем, и целом, уже мы увидим. Uh, нет пока причин, понимаю, хоронить uh, купон рынок в целом, а вот Биг Бази, похоже, uh, в больших трудностях и не факт, что сможет из них вылезти. После выпуска новостей обсудим скандал вокруг крупнейшего в рунете фриланс сайта. Доброе утро снова. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях в интернете. 99.6 в Москве – это частота, на которой звучит программа «Урнет сегодня». Онлайн вы нас можете услышать на finam.fm, что, наверное, и делаете, если находитесь за пределами столицы. Также напомню о возможности или даже целесообразности. Да что там, необходимости слушать нас в подкасте в любое удобное для вас время, если и когда вы пропустили прямой эфир программы. А это можно сделать, соответственно, скачав подкаст, то есть mp3-файл нашей передачи с сайта программы на finam.fm, либо подписавшись на ленту подкастов «Рунет сегодня» в iTunes. Напомню, что меня зовут Максим Спиридонов, а гость этого выпуска – Мария Косенкова, сооснователь и руководитель проекта Startup Woman, а также Владимир Габриалян, вице-президент, технический директор компании Mail.ru Group. Коллеги, такой вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, развит в России фриланс как образ жизни? Насколько много наших отличников работают в режиме сам себе начальник, Владимир? Это зависит от индустрии. Если говорить об IT, фриланс развит очень хорошо. Если ну, очень говорить, хорошо это как? Ну, мне кажется, сравнимо с ä, Западом, на который мы всегда смотрим. А если говорить о других областях, то, ну, мне кажется, мы почти здесь никак. очень сильно отстаем, почти никогда. Мария, что думаешь? Я, по-моему, читала цифры по поводу занятых во фрилансе 5 миллионов человек. В России. В России, да то есть, ну, по сути, цифры это несопоставимые как раз с рынком там американским и европейским, но в принципе тенденция есть к росту этого рынка. Более того, там в Финляндии, по-моему, такая статистика, что каждый третий, работающий в работоспособном возрасте, находящийся, работает посредством фриланса. Ну, прямо как-то лихо. Да, да, да. Но причем там все, конечно же, официально. Они выплачивают налоги с этого, оформляются официально, там, ККП или еще как юридически оформлены. То есть вот там в таком ключе развивается эта индустрия. У нас, конечно, ситуация несколько иная с этим. Ну да. Сейчас о событии вокруг крупнейшего в рунете фриланс сайта. Рунет сегодня. Сайт по поиску удаленной работы Freelance.ru запретил пользователям обмениваться контактной информацией, работать в обход платного сервиса «Сделка без риска». Функционал сервиса позволяет заказчикам до окончания работ хранить деньги, причитающиеся исполнителю на специальном стороннем счете, а также решать спорные ситуации в арбитраже веб-проекта. Руководители интернет-ресурса обосновали введение новых правил стремлением сделать работу на сайте максимально комфортной и безопасной, а рынок фриланса цивилизованным и привлекательным для крупного бизнеса ну иначе не назовешь ход конем был сделан и это вызвало не меньше резонанса даже больше резонанса чем э, скандал вокруг big с его похоже банкротством и всеми этими историями с телефонами смененными или не смененными сотрудниками не получающими деньги э, дам короткую справку что в реланс это сервис по поиску удаленной работы э, и сотрудников запущенные в нынешнем году в виде э, в нынешнем виде, пардон, в 2005 году Василием Воропаевым и Антоном Мажириным. Значит, ну и напомню также, что в 2007 году, уже 5 лет назад, фонд Digital Sky Technologies, ныне Mail.ru Group, приобрел 20% в этом проекте, а другим инвестором проекта стал Headhunter. По данным газеты «Коммерсант» на сайте Freelance.ru зарегистрировано порядка 1,2 миллиона пользователей. То есть вполне себе изрядная пользовательская база. Довольно много было шума вокруг э, этого разговора, вокруг события. Большинство комментаторов сходилось на том, что сервис слишком агрессивно включил дополнительный инструмент монетизации. А как вы считаете, Мария? Uh... В принципе, да, я соглашусь, то есть читала отзывы, сама пользуюсь фрилансом постольку поскольку, э, наверное, в одночасье вот таким образом это не делается. Наверное, нужно узнать или каким-то образом э, заранее э, эту историю проанонсировать, получить фидбэк от там, пользователей. Э, сложно, наверное, вот так в одночасье так жестко регулировать э, работу внутри ресурса, к которому привыкли 1-2 миллиона человек. Ну, ты пользовался э, сайтом фрилансеру, да. да? Будешь теперь пользоваться? Мне сложно сказать, но наверное, наверное, да. Почему нет? То есть, наверное, это меня ну, не то, остановит. Окей. Okay. Владимир, ты как прокомментируешь события? А, ну, я, во-первых, пользовался и буду пользоваться freelance.ru, потому что, как бы, это очень удобный сервис, который позволяет. А, мне потому находиться... что вы акционирующий, кроме себя? Ну, нет, нет, как бы мне, я решаю свои конкретные проблемы по поиску разработчиков, по поиску дизайнеров, верстальщиков и так далее. Что касается именно того, что они сделали, мне кажется, все-таки вот были нарушены некие такие базовые принципы монетизации. А базовые принципы, они следующие. Во-первых, вводя какую-либо монетизацию, нельзя, условно говоря, останавливать бесплатный сервис, потому что в данный момент, по сути, получается, что бесплатно ты фрилансеру воспользоваться не можешь. А вторая причина, ну, второй как бы базовый принцип, он заключается в том, что на самом деле, обычно вводятся дополнительные премиальные сервисы, монетизируемые, в то же время базовый сервис остается для людей бесплатным. Но для меня, как для пользователя фрилансеру, ну, наверное, это не играет большой роли. Ну, я довольно большая компания, а для более мелких потребителей этих услуг, возможно, это и неприятно. У нас есть возможность послушать комментарии от Ньюсмейкера. У нас на связи Василий Воропаев, сооснователь и генеральный директор Freelance.ru. Василий, ты с нами? Да, здравствуйте. Приветствую. Василий, как ты прокомментируешь то, что это введение, почему настолько резко было сделано это? И ну, как тебе вот этот сейчас по резонансу, не собираешься ли ты менять чего-нибудь? А, ну, по нововведению я могу сказать, наверное, с разных точек зрения если мы говорим про бизнес то ни о каком предупреждении пользователей и о том что заранее за полгода говорит что вот мы скоро будем это делать ну наверное ни в одном бизнесе такое не делается что касается того что буду я что то менять или нет естественно мы будем в течение всей нашей жизни, работы этой компании, что-то менять, подкручивать. Что касается, могу ли я прямо сейчас сказать какие-то конкретные пункты, а, нет, не могу, потому что прошло всего четыре рабочих дня, и, в общем, мы до сих пор собираем статистику, ну и, видимо, раз радио могу сказать там, а, открыто, что статистика очень нас радует вас радует. То есть, по большому да. счету, вы понимали прекрасно, что идете на падение количества пользователей активных, но при этом на увеличение оборотов. И то, что вы смотрите сейчас, по всей видимости, следует из твоих слов, вы имеете реально большое увеличение количества оборотов и небольшое количество, небольшой процент падения пользователей. Максим, но надо, надо честно сказать, не вы, не кто-либо из слушателей и наших сейчас уважаемых ну, людей, с которыми мы ведем диалог, не знают эту статистику. Я могу ее открыть. Нет вообще ни, 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 на, одна, ни на один а, человек. То есть никто не ушел с сайта, что Jesus, волнуюсь, что ли. Так вот, а, за пятницу, если мы посмотрим, активных пользователей их стало больше, чем было в понедельник до а, того, как мы ввели все это дело. Ну и э, мы, естественно, ожидали эту революцию, потому что без революции, в общем, никак. Я вам даже больше скажу, когда мы меняли просто дизайн главной страницы э, в блогах, ну и, в принципе, везде было точно точно так же много шума. Поэтому говорить о том, что мы что-то не рассчитали, не посмотрели и так далее, э, ну неправильно. И то, что у нас увеличился оборот, ну... Кому-то, видимо, что, к сожалению, это да, это так, но никто не ушел. А насколько, И, насколько ну, оборот увеличился, если не секрет? Хотя бы там примерно. Ну, секрет, Максим, ну, секрет, конечно. Но о чем речь? Тебя не пугает покупать. ли то, что сейчас э, активно стали в пиаре другие сайты, сейчас хабр собирается запускать свой проект, то, что у тебя потихоньку перетянут пользователей с э, монетизированного активного монетизированного ресурса на другие? Ну, что значит не пугает? Конечно, пугает, но... А в общем бояться уже ну сколько можно, я семь лет уже чего-то боюсь, что кто-то там счет запустит. Ситер а, запускали такую же штуку, Хэдхантер что-то там хотел сделать и так далее. Ну, Хабар, окей. Я даже больше скажу а, любая, а, любой новый сайт, любая конкуренция, по большому счету, это хорошо. Если я в ней проиграю, значит я плохо работаю. Ну, если я выиграю, значит ну отлично так будет. А для пользователей в любом случае это будет лучше. Одним словом, ты уверен в взятом курсе и будешь его продолжать? А у меня вот нет выбора, конечно. Хорошо. Спасибо большое. Это был комментарий Василия Воропаева, сооснователя и гендиректора Freelance.ru. нас, сказать, что сегодня в 17.00 Василий будет в студии Finam FM на программе «Бизнес-класс». Тема «Фриланс. Как способ заработать деньги, не ходя в офис». Видимо, там будет продолжено обсуждение вместе с Алексеем Захаровым, страны стороны Суперджоба, президентом портала. Значит, коллеги, что-нибудь новое услышали вы для себя? Вот позиция ясна, да? То есть, в общем, компания считает, что ввела верный сервис и... Ну со слов Василия по бизнесу показывает, что действительно это работает. Ну похоже, хотя и вызывает такую, в общем, ну недовольную реакцию. Ну мне кажется, это тот нередкий случай, когда время покажет, как бы какие реальные последствия за этим шагом будут стоять. Единственное, в чем я вот очень согласен с Василием, что и по опыту работы в Mail.ru я могу сказать, что люб, в принципе любые изменения часто пользователями воспринимаются негативно. Не только, это касается не только монетизации, это касается и дизайна сайта, это касается каких-либо функций. Человек, большинство людей, в принципе, очень и очень сильно консервативны. И часто вот этот хайп, который возникает после каких-то изменений в негативном ключе, он потом проходит, не оставляя за собой никакого вреда. Ну, мы помним, когда включались подобные опции слишком агрессивно, это приводило к последствиям... И бывало необратимым. Э редкий случай, когда обращались они назад, там помним, да, одноклассники включили э платную регистрацию, стали резко падать, и только вот выключение всех или почти всех вот этих вот агрессивно-введенных средств и э некая политика дополнительная помогла э тенденцию нападения обернуть в свое время. Со смены руководства, так мы помним, тоже. Вот, значит, э прошу редактора: у нас есть на связи еще один комментатор. Я понимаю, что сейчас будет. Uh, у нас должен появиться на связи Антон это сооснователь фриланс.ру. Он прежде был гендиректором, сейчас он отошел отдел. И uh, там был такой момент: uh, то, что, uh, как я понял, uh, не совсем uh, был согласен как акционер с uh, тем, что происходит на сайте сейчас. Антон, ты с нами? Да, да. Да, приветствую тебя. Uh, скажи, налажено отношения у вас конструктивные, с uh, руководством компании, у тебя, с uh, твоим партнером бывшим, ну как бы сегодняшним э, со, э, со основателем проекта Василием, который только что был в эфире, и поддерживаешь ли ты эту непопулярную в народе, по крайней мере, реакцию? Да, добрый день всем. А, я хочу просто изначально пояснить ситуацию, да, чтобы мы не демонизировали никого. Вот а, тут обычная а, Мы не, ситуация... не демонизируем, мы пытаемся разобраться. Да, я к сожалению просто не слушал эфир, да, я вот только что мне позвонили. Вот. И, собственно, ситуация в чем состоит? У нас просто с Василием дедлок, потому что третий наш акционер, Майору Group, он ну, никак не хочет в этой ситуации участвовать, и у них единственное, как бы, что они хотят, просто продать свой пакет. Потому что они играют совсем в другие игры, вот, они там занимаются Фейсбуком, IPO и прочим, и для них наш актив, он как бы ну, неинтересен, потому что он слишком мелкий. Поэтому мы просто с Василием не можем договориться, вот, и в этом, в общем-то, ничего страшного нет, это ситуация. Причем по каким-то глобальным, там, стратегическим вопросам, в принципе, мы идем в одну сторону, да. Всем понятно, вообще на рынке было, и мне там, да, и людям, что нужно вводить, как бы, вот, некое подобие сделки без риска. Вот, другой э, вопрос, как ее вводить, да. То есть я был просто сторонник того, чтобы вводить ее поступенчато, э, спрашивать пользователей, вот о том, как нам делать, что нам делать, да. И, но ну, в любом случае нужно было аккаунты про, которые есть на сайте, оставить вот без этой нагрузки, чтобы у них был выбор пользоваться сделкой без риска или не пользоваться, и чтобы они имели возможность свои контакты давать другим людям. Вот. Но как бы как случилось, так случилось. Вот. Но ну, запустили вот так, да. Но одним словом, По сейчас поводу... ты не хочешь ходить в прямой конфликт, ты, в общем склонен просто э, сказать, что поддерживаешь эту инициативу? Я, я, я просто поддерживаю стратегически да вот это решение, но вот как это сделано было тактически, э, ну вы же понимаете, да, что дьявол он в деталях и, собственно, ну можно было сделать мягче и понятнее для самих пользователей. Потому что вот я, например, сам э, пользовался старой версией сделки без рисков, в которой надо было э, документы там ждать по месяцу, да, вот а сейчас то она совершенно новая, то есть там ничего ждать не надо, выплаты происходят сразу. Вот. А пользователи у пользователей в, голове, в головах старый шаблон. Что надо, значит, сдать эти документы по месяцу и так далее. И поэтому они просто вот негативны, изначально, из-за того, что э, сама, как, э, сам имидж этой сделки без риска был. Хорошо, негативен, Антон, они... спасибо да. большое, Зим, пожалуйста. Нам нужно просто да. ходить да. на новости. Спасибо. Позиция да, твоя да, ясна. Да. Это был Антон Мажирин, сооснователь freelance.ru э, и акционер э, этого проекта. Значит, э, напомню о том, что на сегодня, э, как получается. Фриланс со слов Василия Воропаева, гендиректора, не потерял в трафике, и получается, что серьезно приобрел, очевидно, в оборотах развивается активное движение с других сторон, то есть игроки рынка, существующие на этом рынке, или соседствующие, как Абрахабр, строят или готовят свои площадки для приема, возможно, беженцев с фриланс.ру, возможно, нет. В общем, время покажет, как видим, в общем, ситуация под контролем, что, пожалуй, самое важное. Через минуту мы поговорим про стратегически, стратегически важную премьеру, которая состоялась на прошлой неделе у компании Яндекс. Продолжаем. 8 октября 2019 года. Программа «Рунет сегодня». Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть не в прямом эфире. Сделать это можно, подписавшись на ленту подкаста на finam.fm, либо в iTunes. Мы звучим на частоте 99.6 FM в Москве, либо онлайн на finam.fm также. Меня зовут Максим Спиридонов, гости выпуска Мария Косенкова, сооснователь и руководитель проекта Startup Women, и Владимир Габриэлян, вице-президент, технический директор компании Mail.ru Group. Коллеги, на ваш взгляд, какими компаниями Рунета, каким компаниям Рунета, вернее, так сказать, может быть полезен или даже необходим собственный браузер? Вопрос, чисто риторический, но интересно, как на него ответить. Владимир. Но мне кажется то что любая крупная компания которая а, рассчитывает на будущее в рунете она должна конечно иметь свой а, продукт который позволит донести сервисы ближе к пользователю ну соответственно точно mailru точно наверное яндекс Тут имеет Но. значение масштаб, любая компания означает, что там любой сайт с посещаемостью 20 человек в сутки, ну хорошо, 25, уже должен иметь свой браузер. Ну, надо понимать, что с одной стороны, конечно, если у вас есть небольшой нишевой сайт, то браузер вам не нужен. С другой стороны, на сегодняшний день разработка браузера это не настолько огромные капиталовложения, как это были раньше. Соответственно, в зависимости от того, какую стратегию развития и что конкретно вы хотите сделать в браузере, вы можете довольно. Дешево и быстро сделать тот продукт, который э, желают ваши пользователи. А сколько, кстати говоря, стоит разработка браузера? Вот, раз затронул эту вещь, ты должен знать, что. Ну, вот я так скажу, что мы наш браузер до той альфа версии, которую мы запустили на позапрошлой неделе, мы его разрабатывали с весны. То есть, соответственно, можно посчитать, сколько это примерно стоит. И сколько это примерно стоит? Очень сильно зависит от того, какое количество людей участвовало. Команда, которая работает над созданием нашего браузера, это порядка, наверное, 15 человек. 15 человек. Ну, в общем, нормально он так стоит, учитывая то, что специалисты в IT стоят хороших денег. Хорошо. Но в IT все дорого на сегодняшний день. Надо понимать, что неважно, что ты разрабатываешь, браузер или еще что-то другое, все равно это довольно серьезные затраты. Сейчас у новинки у крупнейшей поисковой системы Рунета. Рунет сегодня. Корпорация Яндекс представила собственный браузер, созданный на базе движка WebKit и открытого исходного кода веб-обозревателя Chromium. Программа интегрирована с облачными сервисами компании и дает возможность вводить поисковые запросы прямо в адресную строку. Кроме того, в браузер встроены навигационные и поисковые подсказки от сервисов Яндекса, программа переводчик, а также технология антивирусной защиты лаборатория Касперского. Также надо сказать о том, то, о чем упомянул отчасти Владимир, чуть ранее компания Mail.ru Group выпустила свой браузер, правда, еще в альфа-версии, это не публичная версия, не публичный релиз финальный, который называется Amiga, если не ошибаюсь, верно, Владимир? Да, это? совершенно верно. Да. Ну, о нем мы поговорим, когда вы выпустите его публично и будете о нем рассказывать как о готовом продукте, а сейчас вот по поводу Яндекса. У них сделан предсказуемый понятный шаг. Какими последствиями этот шаг обернется, Мария? Uh, ну, опять же, хочется, наверное, сказать о целях, которые компания преследует, uh, запустив подобный продукт. Uh, цель Яндекса, скорее всего, была удержание лояльных поисковых пользователей, да? Поэтому uh, у Mail.ru, соответственно, при запуске там своего браузера была uh, своя цель. Поэтому uh, здесь сложно сказать, там, буду ли я, например, я пользоваться браузером Яндекса, да? Я, uh, ты его скачала? Uh, я его попробовала, да. Uh -huh. и uh, что? Ну, и, так как я э, человек... И, и, и вернулся обратно в том, который я И, и вернулась об обратно в Chrome. Uh -huh. <laughs> ну, собственно, так как я, в принципе, поисковиком Яндекса пользуюсь довольно-таки редко, поэтому мне, наверное, незачем переходить и на браузер Яндекса тоже. А, так как меня, в принципе, полностью устраивает на данном этапе Google. Вот это мое, как бы, вот такое мнение как пользователя. Google и Chrome, то есть да. такая связка. Да. Понятно. У нас есть запись, комментария Тиграна Кудвердяна. Это руководитель направления мобильных и программных продуктов Яндекса. Прошу ее поставить. Было принято решение создавать собственный браузер, потому что мы осознали, что обладаем уникальными облачными технологиями. По мы знаем структуру интернета, знаем структуру каждой странички в интернете. И это все может сделать браузер нового поколения, помочь браузеру, помочь пользователю в процессе навигации, в безопасности, во многих других аспектах. Фактически мы являемся обладателями технологий, которые делают браузер лучше. Достаточно ли хорош будет браузер Яндекса для того, чтобы на него массово стали приходить люди, как ты считаешь? Ну, мне сложно сказать, это время покажет. Но, тем не менее... Мы вот ушли в социальные сети не только потому, что а, это наш как бы core бизнес, да, мы просто считаем, что вот те вещи, которые мы реализовали в браузере Amiga, они несколько более востребованы, чем а, то, что сделали ребята в Яндексе. Но это как бы на сейчас сложно сказать, пока а, у нас и браузеры находятся на такой, в, в первой версии, в зачаточной, и пока еще сложно сказать, насколько вот тот продукт который в итоге будет, насколько он будет отличаться от Chrome, от Explorer, от Firefox, от Opera. Рынок-то довольно плотный. Да, причем очень конкурентный. На сегодня Chrome, если не ошибаюсь, лидирует по России. За ним там Firefox Explorer. Opera тоже имеет хорошие позиции. А как ты считаешь, какие проценты могли бы отбить себе пока еще молодые, даже так, зарождающийся Яндекс браузер и Амига от моего группы. Ну вот если я правильно помню, то Chrome у нас сейчас занимает 26-27% рынка а, по, а, как бы по Рунету. Соответственно, остальные держат в районе а, 17% это Firefox и Explorer. И в районе 15%, а, по-моему, Opera. Ну, мне кажется, что любой другой браузер имеет а, такое же право на существование, как эти. Соответственно, при... Если удастся найти нишу, если удастся создать продукт, который э, необходим пользователю, который будет решать его проблемы, то я не вижу проблем ну, с распространением этого браузера в качестве... Ну, не вижу проблем, очень обтекаемо. Мария, как считаешь, сколько могут Яндекс своим браузером, ну и Mail, раз уж мы с Владимиром тут сидим вместе, и э, это тоже повод пообщаться насчет браузера от Mail.ru Group, э, занять? Вот сейчас очень плотно, очень хорошо они сидят, четыре э, крупных игрока. Есть и другие, помним, есть Safari еще, есть и совсем какие-то экзотические истории. И вот в этот рынок а, врубается Яндекс, хоч, хочет зайти и уже заходит. Mail.ru, какие ты предполагаешь доли они могли бы отъесть? Ну, опять же, беря внимание пользовательскую базу, которая есть у Яндекса и у Mail.ru, в принципе, вполне там, здесь сложно говорить о сроках, но те же самые там 10% рынка, наверное, можно занять. Опять же, например, если говорить об истории с Эксплорером да, и с их э, чудесным маркетингом, когда там была возможность предустановки Эксплорера на огромное количество э, ПК, да, и, и в то же время, несмотря на это, э, история такая э, довольно-таки негативно слившаяся. Да, сейчас Эксплорером уже мало кто пользуется. Поэтому, в принципе, опять же вопрос востребованности э, того, что будет использовано в этих браузерах, ну, я вот еще могу добавить то, что на самом деле это не первая же попытка выйти на рынок браузер, что касается Яндекса и что касается Mail.ru, а был Яндекс браузер Яндекс интернет и а, а Chrome от Яндекса и то же самое было всего Mail.ru. Соответственно, вот по предыдущим а, как бы попыткам войти на этот рынок. Uh, Яндекс добился 1,7% рынка браузеров, Mail.ru где-то 2,3% рынка браузеров. И учитывая то, что те продукты, которые продвигались uh, ранее, те продукты, которые выпускались на рынок, они не имели ну, такого количества, скажем, отличий, такого количества фич, которые должны быть для пользователей вкусными, мне кажется, что вот, uh, 2-3% это то, что можно сделать с... Браузером, который имеет мало отличий. Соответственно, те продукты, которые вышли сейчас, они это уже продукты другого класса, и мне кажется, потенциала, конечно же, больше. Мы спросили в Твиттере, какие факторы могут заставить вас начать использовать э, новый браузер? В твиттере Максим Спидонов, в моем личном твиттере, как уже говорил. Ответы такие: его интегрированность во все экраны, компьютер, планшет, мобильный, полная синхронизация закладок, табов данных. Это Слава Баранский, мой хороший знакомый. Э, другой ответ улучшенный дизайн, юзабельность, единая экосистема из продуктов компании, как пример Google. Еще ответ «Вряд ли кто-то уже повторит успех Хрома». Еще ответ «Взятка, ну, просто, что заставит сменить браузер». Вот, Ну, в общем, такие вот ответы. А, иными словами, пользователи готовы двигаться в сторону новых программ, если и когда им предоставят нечто качественно новое. Вот а, Делает ли это Яндекс и делает ли это Mail.ru с новым браузером – вопрос. Если можно, 10 секунд, как ты считаешь? Мы заканчиваем уже. Время у нас осталось практически минутка не больше. Ну, я верю, что обе компании стараются выйти на рынок именно с новым, продуктом. Стараются, понятно. А, и вот... Мне сложно говорить про Яндекс, потому что это все-таки мой конкурент. Про нас могу сказать, что ну, на нашем рынке э, браузеров с функциональностью социальных сетей пока что не было. Поэтому очень надеюсь, что у нас будет большой. Если будущее. коротко, главная фишка Яндекс браузера в том, что он простой, как дверь. А, а ваша в том, что вы интегрированы очень глубоко и серьезно с социальными сетями. Верно? Ну, наверное, да. Но я бы сказал, что главная фишка Яндекс браузера это все-таки огромное количество поисковой функциональности в нем. Это то, что они приносят из своего поисковика. Это саджесты, это подсказки. То есть, вот, ну, мне кажется, вот это все-таки сейчас наиболее там. Ну, то есть интегрированность с его порталом, так сказать, Поисковые поисковой с сервисами. Ну да. А вы собираетесь как-то активно интегрироваться? С тем, что у вас кроме социальных сетей? Конечно, конечно, мы собираемся активно интегрироваться. Единственное, что разработка браузера в Mail.ru это такой небольшой эксперимент, и. Все те ребята, которые скачали наш браузер, они могут отправить нам фидбэк, и мы взяли на себя некое такое обязательство следовать тому, что хотят наши пользователи. Вот посмотрим, что из этого получится. Ну да. Хорошо. На этом все, коллеги. Спасибо огромное за ваше время. Напомню, что в студии программы «Рунет сегодня» вместе со мной новости недели обсуждали Владимир Габриэлян, вице-президент, технический директор компании Mail.ru Group, и Мария Косенкова, сооснователь и руководитель проекта стартап Women. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо. Uh, всего доброго. Это программа, программа Рунет сегодня. Меня зовут Максим Спиридонов. Пока.